Ульяновская область присоединится к фестивалю «Театральное Приволжье». Старт проекту дал полномочный представитель президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров. Полпред отметил, что фестиваль школьных и студенческих коллективов «Театральное Приволжье» в 2019 году может объединить более 1000 школьных и 130 студенческих театров из регионов ПФО и станет одним из главных культурных событий округа. Он также напомнил, что указом президента России Владимира Путина 2019 год в Российской Федерации объявлен годом театра и подчеркнул, что в Приволжском федеральном округе ведется работа по поддержке самых разных инициатив, связанных с театральной деятельностью, но особое внимание уделяется молодежи и ее вовлечению в театральную среду. Фестиваль «Театральное Приволжье» будет включать в себя региональные этапы, где будут определяться сильнейшие коллективы каждого из 14 субъектов ПФО и окружной этап, по итогам которого объявят победителей в номинациях. Лучшая театральная постановка, лучший актер, лучшая актриса, лучшая режиссерская работа. Мы вручим гранты на развитие творческих коллективов, то есть на постановку каких-то спектаклей. Это будут денежные гранты, которые театральные коллективы используют на постановку нового спектакля. В Ульяновской области отборочный региональный этап среди школьников пройдет в рамках областного конкурса художественного творчества «Симбирский Олимп». Он состоится 6 апреля на базе Дворца творчества детей и молодежи.